12:14 в столице. Перенесемся сейчас в Барселону. Сотни сторонников независимости Каталонии вышли на демонстрацию против заседания Совета министров Испании. Вот эту картинку мы получаем в режиме реального времени. Вы видите, сколько людей сейчас на улицах Барселоны и какое там полицейское оцепление. Активисты перекрывают дороги, на улицах растут баррикады из покрышек, где-то уже их начали поджигать. Власти вывели на улицы отряды полиции. В общей сложности за порядком в эти минуты следят около 8 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Пока ситуацию удается держать под контролем, в твиттере каталонской полиции сообщается, что есть уже один задержанный. Журналисты местных изданий пишут, что у него нашли материалы для изготовления коктейлей Молотова. В нескольких местах протестующие пытались прорвать полицейские кордоны. Будем внимательно следить за развитием ситуации, не станет ли она по-настоящему горячей в этой части.